Школа «Актива» Набережно-Челнинского института КФУ – это ежегодное выездное мероприятие для первокурсников «Альма-Матер», где сотни юных студентов проходят игры на командообразование, слушают лекции от сотрудников института, выполняют задания в рамках различных тренингов и мастер-классов, наслаждаются лесным воздухом и просто проводят продуктивно время вместе. Очень рада, что попала на школу «Актива». Мне удалось познакомиться со многими новыми ребятами. Я надеюсь, что данное мероприятие поможет мне отдохнуть и вступить в новую учебную неделю. Прежде всего, школа «Актива» КФУ – это возможность для каждого обучающегося «Альма-Матер» проявить свои лидерские способности, продемонстрировать имеющиеся таланты, обрести новые знакомства и друзей. Очень рада быть здесь. Очень интересные конкурсы. Очень веселые люди, обстановка и атмосфера вообще очень крутая. Прекрасное место, но я не знала о нем, но я рада здесь присутствовать. Несмотря на одну тематику проводимых мероприятий, каждое отделение провело свою школу по-особенному. Зажигательная дискотека, орляцкий круг, квесты, розыгрыш мерча КФУ и даже приз в виде воздуха из легендарной Дубравушки. И еще много всего интересного. Но самое главное – это то, что огромное количество первокурсников всего за один день объединились в одну большую семью «Актива». Амир Ахтямов, Центр Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.